По состоянию на 9:30 утра в Донецке сообщения о происшествиях от городских коммунальных служб не поступали. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме, заявили в мэрии столицы ДНР. Коммунальные службы городов сегодня возобновили восстановительные работы на объектах инфраструктуры. Наиболее сложные задачи сегодня предстоит решить в Донецке. Согласно сводкам мэрии, в мегаполисе до сих пор обесточены 44 трансформаторных подстанции в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах. Без газоснабжения остаются более 4000 абонентов. Не подает теплоноситель 39 котельных. Также в городской администрации сообщили, что в связи с порывом на водоводе КП «Вода Донбасса» все еще остается пониженным давление подачи воды на узлы Петровского, Кировского и Куйбышевского района. Не было возможности проводить ремонт в связи с заминированием участка. Сегодня работы будут продолжены.